по дороге с кладбища ехали и заехали вот на такое вот море. Ну, я не знаю, как оно... Я его спрашиваю, как называется. Он говорит, Таранда. Ну, Таранда это имеется в виду, вот эта вся территория Таранда. Вот здесь вот у них, видите, ресторанчик, типа там вот летник под, за стеклом. Ну, в общем, пока не работает. Не знаю почему, может потому что холодно. И вот такие вот штучки качающиеся. Вот там вот море. Может быть, потому что еще не сезон, холодно. Здесь вот как-то мы летом были, здесь на прокат брали лодки. Вот такое вот море. Вот там Пека сидит, качается. А там вот дальше, если ехать, там пляж есть. Даже не ехать, это вот на территории Таранды, там пляж есть, где люди купаются. Ну, сейчас, естественно, никто не купается. Там есть такие скамейки, где сидеть можно. В общем, такой пляж. Вот там еще такие же качельки. Здесь вот, в общем, вот такая вот. Не хочу тут, нет, сейчас, Пека, привет. Сейчас сяду тоже, покачаюсь. Ой, какой воздух. Воздух обалденный. Здесь вот можно... даже со своим приходить. Свое можно тут распить, покушать, если что-то свое есть. Мы как-то приходили, с собой приносили воду, бутерброды. Когда купались, потом бродили здесь, кушали. О, там немножко люди сидят, смотрю. Вот там за окошком сидят люди. Наверное, маленечко. Ну, вот летом там прямо полно народу. Народу, полно музыки играет. А сейчас еще как-то так. Вот это наш такой. Это где-то от нашего дома 3 километра находится вот это. Ну, вода здесь в этом... О, чайки летают. Вода здесь и летом холодная. Холодная, холодная вода. Такая сейчас ехали по дороге. Все зелено, такая красота. Жалко, на велике едешь, не можешь фотографировать, потому что руки-то заняты, руки на руле. Вот такой бы этот... приобрести, как он называется, который может прикрепляться к чему-то, штатив, и телефон, чтобы крепить на него. Вот. О, там что-то плывет. Что? А, лодка. Вон весла, веслами гребут. Кажется, лодка. Вот здесь недалеко. Ну, наверное, до кого там? Даже километра нету. На метров 300. Вот моя вот эта молодая подруга живет. Недалеко. Ой, у нее такой классный дом. Когда-нибудь, может быть, зайдем к ней. Я это самое пофоткаю. У нее прямо вот так вот окна выходят. Ну, назад дверь выходит. Прямо вот так вот на поле. Ну, не поле, а прибрежную эту. И там дальше море. Ну, его... Ну, оно далеко, далеко так. Ну, не знаю, метров 30 или 40. Не ориентируюсь. Но все равно
Такое ощущение, где-то как будто на острове они живут. Классно. Так, нет, это моторка. Это вот волны от него идут, а я думала, что гребут. Моторка вон плывет. Вот наше путешествие сегодня.